Более 40 работ 12 художников из-за студии «Арт-Позитив» Института третьего возраста, которая работает на базе территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района, представлены в стенах Брестского театра «Кукол». Разнообразие и красота каждой из них впечатляет. Откуда мы черпаем вдохновение? Из нашей жизни, из нашего окружающего мира, из природы, от людей, от событий. Много различных моментов, которые нам позволяют творить. Работы завораживали. Сразу было видно, что мастер кисти вкладывал в свою картину душу. Трогает и то, что написано о ней. Не профессиональными художниками. Не так давно эти седовласы на полной жизни и оптимизма мужчины и женщины пробовали писать на холсте свои первые линии. Поначалу у меня не получалось. Была акварель. Это так трудно. А потом, когда мы начали маслом писать, мне очень понравилось. И у меня прям такие замечательные, я бы сказала, картины. В данный момент, вот мне к выставке я специально написала картину «Церковь Покрова на реке Нерли во Владимирской области». Ну, писала ее дома, так как не посещаю занятия в связи с этим коронавирусом, а консультировалась с Валентином Васильевичем по интернету. Я думаю, что хорошая работа получилась. И работа, правда, получилась замечательно. Как и все представленные на вернисаже. Картины выполнены в разных жанрах и технике, но все равно создается общая гармоничная выставка. Вернисаж посвящен году народного единства, а потому совсем неудивительно было встретить немало работ, на которых запечатлен родной тысячелетний Брест. Единство любого народа, наверное, даже не в том, чтобы люди разных национальностей, проживающих в одной стране, находили взаимопонимание или люди разного вероисповедания жили в мире. А прежде всего, наверное, в диалоге поколений. Единство должно быть между поколениями. И выставка картин, написанных руками людей пожилых, людей, которые посещают Институт третьего возраста, Территориального центра социального обслуживания населения, во-первых, она очень высокопрофессиональна. И очень хорошо, что она расположена в храме культуры, который посещают молодые люди и дети. Увидев работы своих бабушек и дедушек перед посещением спектакля, у юных мальчишек и девчонок будет возможность по-новому взглянуть на большой жизненный путь старшего поколения, что станет хорошим подспорьем для еще большего взаимопонимания между ними. Кроме того, у посетителей Брестского театра «Кукол» появится возможность интересно провести свой досуг перед спектаклем. Перед спектаклями я буду проводить мастер-класс для детей, для родителей и детей вместе. Там уже как будет начало изобразительного искусства, с чего оно начинается и насколько это может быть просто, живо передать свои мысли через изобразительное искусство. Я буду говорить о материалах, и мы будем пробовать три цвета основных превращать в живопись. Такая инициатива будет реализовываться все время, пока будет работать выставка живописи «Берестейские просторы».